Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в YouTube. На моей гитаре стоят немецкие струны Джон Хоуп. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. В этом видео я хочу начать для вас разбор песни «Город, которого нет». Ну, начнем, как всегда, со вступления. Вот, я, как обычно, сделал аранжировочку. Вступление там исполняется на клавишных инструментах, и плюс еще там идет электрогитара. Фраза на электрогитаре во второй части вступления. Итак, давайте начнем. Песня звучит в тональности ре минор. Мы зажимаем аккорд ре минор. Первая на первом, третья на втором, вторая на третьем. Только вторую на третьем я советую вам зажать мизинцем, потому что третий палец нам потом понадобится для того, чтобы сыграть пятую на третьем. Мы играем четвертую, вторую, первую одновременно, потом третью, потом опять первую со второй, и опять третью. Далее, не убирая ничего из зажатых струн, мы зажимаем еще пятую на третьем. То есть к ДЕМу, к ре минору, мы зажимаем пятую на третьем. И играем пятую, первую, вторую, третью, первую, вторую. Далее нам нужно зажать барре на первом ладу и на третьем третью со второй. И сыграть. Это будет следующий аккорд, но можно сказать, что это аккорд H бемоль, то есть Си бемоль мажор. Только четвертая на третьем нам здесь не нужна. Мы играем пятую, вторую, первую и третью. Потом отсыпаем указательный палец. Играем первую и вторую на третьем. Можно первую со второй сыграть и вторую отдельно на третьем. Еще разок. Пятую, вторую, первую, третью, потом вторую, первую и третью со второй. Далее мы вот эти пальцы 3 и 4 сдвигаем на второй лад. Получается, у нас зажата 2 и 3 на втором ладу. И играем их вместе с 5 открытой. Потом 3. Потом 1 и 2. И опять 3. И здесь у нас заканчивается первая часть вступления. Давайте еще разок повторим. Вторая, где у нас звучит электрогитара и играет несколько фраз. Зажимаем опять ДМ. Первая на первом, третья на втором, вторая на третьем. Играем четвертую, третью, вторую. Первую открываем, либо сразу ее открытую играем. И потом зажимаем первую на первом. Просто для удобства я сначала ставлю аккорд ДМ, чтобы не думать, грубо говоря. Вот, а потом отсыпаю первую и опять ее зажимаю. Дальше зажимаем вот такой аккорд. Пятая на третьем, третья на втором и первая со второй на третьем. И играем одновременно все эти струны. Далее указательным пальцем. Первая на первом, первая открытая и вторая на третьем, которую мы продолжаем держать. Еще разок эта фраска. Либо вот так. Далее. Первая на первом, первая открытая, вторая на третьем. И третью опять на втором. Еще разок это место. Далее мы зажимаем пятую на первом, четвертую на третьем и третью на первом тоже. Играем пятую, четвертую, третью на первом и лигуем ее на открытую.
выдергиваем этот палец, чтобы у нас была третья нулевая. Далее четвертая, которая на третьем. Опять третья открытая. Четвертая на третьем. Далее мы дергаем открытую пятую, третью. Аккордом А, то есть сыграли пятую с третьей открытые, и вот так вот резко, как бы ударом, ставим четвертую, третью, вторую на вторую ладу, потом четвертую играем, когда поставим аккорд А, первую со второй и третью. Вот и все, получается две части. Еще разок сыграем вам вторую медленно. Тренируйтесь, и у вас все получится.